ребята, с вами я, Вика, и добро пожаловать на новое видео по игре типа Роблокса. Как-то так, типа Роблокса, да. И сегодня с вами будем играть в Роблокс. Как бы это странно не звучало. И мы будем с вами не просто играть, а играть с вами в разные игры. Вы спросите, Вика, так тут же никаких игр нет, только одна игра. Но нет, ребята, вы ошибаетесь. Ну что, идемте-ка я вам покажу. Мне, правда, сейчас далеко бежать надо будет. Ну ладно, нам надо, короче, дойти до этого робота. Вот до этого робота, видите? Почти пришли. Так. Катаемся. Кошечка. У меня, кстати, уже яйцо вылупилось, да? У меня попалась кошечка, посмотрите. Я теперь могу брать и на ручки. Могу отпустить. Так, что мне тут находится? Ух ты ж! Ух ты ж, ух ты ж. Давайте-ка побьем. Ох, как вкусно. Так, ладно. Попили и хватит. Так. Это, ребята, озеро такое маленькое. Там кошечка будет. Да, будет. Попили. Все, хватит. Попили и хватит. Так, тут у нас какие-то ящики есть. О, арбузики, арбузики. Я не знаю, зачем они нужны, но они нужны. Ух, так, заходим в этого робота, ребята. Там, кстати, можно еще и деньги с помощью игр это зарабатывать. Вот, вот, посмотрите, как тут красиво. Вот тут можно сыграть. Игры всякие. Ну, я уже в это играла. Так. Давайте-ка сыграем в этом. Что тут надо делать? Что тут надо делать? Я тебе куда-то нажала. Что тут надо делать? Так. Ладно. Забейте его. Просто забейте. Ого, какая она модная, посмотрите, ребята. Какая она модная. Так, а это что? Тут тоже нельзя сыграть. О, тут можно сыграть. А что тут, ребята? Можно сыграть. Ох, ого. О, привет. Как у тебя дела? Плохо? У меня тоже плохо. Так, а это что? Так, что тут у нас? Вот это вот что? Так, нет, мы рекламу с вами, ребята, не будем смотреть. Какой смотри, нет, я не хочу. Так, выходите из игры. Играть. Начать? А что тут надо делать? А, ребята, что тут надо делать? Так, я с какой-то девочкой играю. И с каким-то мальчиком. Кошечка мне поможет. А, сколько еще? Так, надо, наверное, просто бежать. Так, скольких питомцев ты видишь? А, хорошо. Так. Хопа, хопа. Хопа, хопа. Блин! А я не умею. А, вот. Так, ребята, ребята. Я еще его вижу. Правильный ответ. Есть. Ну, 18. Теперь что там? Я 19, но вообще 0. Она 24. О, 0. Ну, мне понравилось. Сколько я понравился. Ого, посмотрите. Так, хорошо. Надо найти вот такого питомца. Ну вот же он. Так. Ну же. Нет. Так. Правильный ответ. 20-й. Чё? Мне вообще 26-й. У меня хотя бы, ребята, 15-й. Так, ну. Мне нравится, что сложный раунд. Сложный раунд. Ребята. Сложный раунд показывает. Чё тут сложно? Типа, ну вот же.
Вот же они. А почему он сложный? Вот же. Вот. Так, я не понимаю, что это надо делать. Так, ответ. 20. Правильный ответ, 25. У меня 40 очков, чего? А мне уже не нравится. До свидания. Я не хочу, я выхожу. Я выхожу из этого. Что там надо вообще? Все, выходим отсюда. Выходим. Мне не понравилось, ребята. Не знаю, как вам. Напишите в комментариях, понравилась вам эта игра. Но мне, если честно, она мне не понравилась. Если честно, так. О! Так, а это что за игра? Тут у нас что? Тут у нас что-то. О! Это что? Так. Начать нажимать. Нажать начать. Так, и что тут у нас? А, понятно, жду других игроков. За 6 игр монеты. До свидания. А нельзя выйти? А почему нельзя? Продолжить лучше. Так, все, ребята, погнали. На счет 3, 1, 2, 3. Все, погнали, так. Ну что, надо это рушить? А что кот за мной идет? Вон же мой кот идет. Так. Извиняюсь, что лагаю так. Так. Господи. Так, просто идти вперед, да? Хопа. Так, дальше какой-то лабиринт тут идет. Так, куда нам идти? Вот сюда вот. Хопа. Так, ребята. Ать. Ать. Так, так, так. Хопа, хопа, хопа. Хопа. Хопа, хопа. Так, сюда вроде бы нам идти, да? Так, сюда, ребята. Поддержите мне лайком, поставьте мне лайк, пожалуйста. Блин, она не угадала. Ой, не угадала. Блин, не угадала. О, угадала. Так, нет, сюда она не запрыгнет. Так, вот сюда вот прыгаем. Вот сюда вот, хопа. Так, ребята, ребята. Что делать, что делать? Хопа, хопа. Хопа. Так, раньше, ребята, этого не было, я вам честно говорю. Блин, не угадала. О, угадала со второго. Так, у нас осталось 50 секунд только. И нам надо дойти за 50 секунд. Я думаю, мы справимся. Вы же меня поддерживаете. Ой, не вот туда. Да как? Да. Да вы шутите. А, все. Все, ребята, мы дошли сюда. Ну, что могу сказать? В принципе, неплохо, мне понравилось, Так. Так, надо собрать награду. Ага, какая крутая награда, плюс один. Какая крутая, ребята, награда. В принципе, тоже неплохо. А тут и сохрани новый опыт. Легко дня. Сейчас сохраним. Давайте-ка скин. Так. Вот такой вот котик у нас будет. Вот такие вот волосы. Так, сейчас. Вот так вот. Дальше у нас вот так вот будет. Вот все вот так вот. В принципе, красиво наезжает. Как вы думаете, красиво или нет? Мне нравится, в принципе. Так, наушники мы убираем отсюда. Так, что тут у нас? Это. Хопа. Обувь, обувь. Обувь у нас будет такая же. Очки нам не нужны. Все, дальше ничего не нужно. Все, мы сохранили. Так, теперь нам можно собрать приз. Так, только сейчас я поменяю, ребята, себе. На обратно. Все, поменяли. Как выйти? А, все. Так, теперь мы можем собрать 150 рублей целых. 150 монеток, ребята. Вот, да, 150 монеток. И я сейчас выйду. Так, ребята, я снова тут. Гонка идет. В смысле?
Какая кулька еще? За кого меня держит? Нет, туда нельзя перепрыгнуть. Дуно, туда нельзя перепрыгнуть. Туда нельзя перепрыгнуть. Дунула. Давайте-ка что-то напишем. Допустим, привет. Привет, давайте-ка напишем. Вот. Привет. Привет. Привет, 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 привет. Что она мне в ответ пишет? Ничего она не пишет. Ну, привет. Дунула. Ай. Она что-то пишет? Ну же, давай, напиши мне что-то. Напиши мне что-то. Ну и ладно. Не хотелось с тобой вообще дружить. Так, давайте-ка в другую игру поиграем. В принципе. Так, какая у нас там еще есть игра? Какие еще игра есть? Тут у нас еще вроде бы какие-то игры есть, но я не знаю просто какие. О, за что? 20 монет. Что-то надо делать. Что-то надо делать, не знаю. Так, о, вот, ребята. Посмотрите-ка. Смотрите-ка, видите вот это вот? У меня 200 таких карточек. И нам тут можно что-то купить. Допустим, я хочу себе, знаете что? Хотя я еще ничего не хочу. Поэтому все, не буду ничего покупать. Так. Какие тут еще игры есть, ребята? Мы так не разобрались. Это что за игра? Мы уже, наверное, играли. Нет? Так, а это что? О! Так, это что? Как в это сыграть? Как в это сыграть? Можно как-то в это сыграть? Да, можно. О, играть. Так. Машинка у нас будет, ребята, желтенькая. Играть. Так. Ребята, на пути, короче, будут машинки, нам будет как-то вот так вот уворачиваться, чтобы не проиграть. Я уже, ребята, проиграла. Я не знаю, как это происходит, но как это происходит. Я не понимаю, как это. Что-то там настроено, не знаю, что. Игра закончена. Не закончена, давайте еще раз. Почему она закончена? Играть. Почему не работает, ребята? Это я на них жалобу буду писать. Что происходит? Почему? Почему? А как отсюда выйти? Так, ребята, как отсюда выйти? Именно отсюда вообще выйти. А как отсюда выйти? Так, ладно. Это была последняя игра. На этом, ребята, мой ролик будет заканчиваться. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока. А я пока что буду как-то чудово выходить.